Партер и балконы театра оперы и балета заполнены до отказа. На праздничном концерте в честь 90-летия Чебоксарского музыкального училища имени Федора Павлова настоящий аншлаг. Чебоксарское музыкальное училище уже почти столетие является мастерской творческих кадров не только республики, но и всей страны. Его выпускники – лауреаты и победители международных конкурсов, деятели культуры, востребованные музыканты и артисты. Училище проделало большую работу не только в деле воспитания музыкантов, а просто, я считаю, в культурном воспитании населения. Потому что те люди, которые не пошли по музыке, которые окончили музыкальное училище, это, я считаю, люди культурные, люди с богатым духовным наследием, люди, которые будут продолжать нести культуру и учить своих детей. Слова благодарности. Ну, конечно, нашим любимым студентам. А какие они у нас? Какие они замечательные, такие замечательные студенты. Просто так не бывает без преподавателей хороших. И, конечно, родители. Все, кто выбрал путь, истинный путь, я хочу сказать, к музыке, искусству, это именно кузница кадров является нашим музыкальным училищем. Для педагогов и учащихся музыка – это не просто профессия, а возможность жить в искусстве и дарить его людям. Я очень люблю свою работу. Я с удовольствием хожу на работу и занимаюсь любым делом. В качестве юбилейного подарка училище получило сертификат на покупку автобуса и музыкальных инструментов. Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика.